Аверин. Оставление не получилось. А дальше Нечушкин. Тут же столкновение. Мощное двух крепких парней. Это классный силовой прием сейчас Колядов применяет на Валерия Нечушкина. Кажется, Валера уходил от него и так и пострадал. Можно было оставить шайбу Нечушкину. Сейчас вместе с Шумаковым и Шулуновым. Валера, наброс, Судницын, легко в угол, Колядов. И ответочка с упреждающим ударом от Колядова. А второй раз Нечушкин на льду. Здорово. 2-0, Колядов.